тебя совсем не слышно. И Лив тихо разговаривает, потому что Алина спит в своем новом домике. Алина, привет. У тебя не просто домик, а царская ложа. Очень красивый домик. Просто суперский. Мне нужно закрыть. Да, можно развязать шторку и закрыть. У Алины скоро будут котятки. Да. Мы надеемся, они будут спать в этом домике. Да. Ну, если их будет много, придется им купить домик побольше. А, ты закрываешь шторки? Правильно. И она вообще будет полностью спрятана. Твой чеширский кот? Да. Это чтобы Алине не было скучно, у нее была компания. Мы потом поставим ее домик на диван. Она любит спать в том уголочке. Сейчас она немножко привыкнет к своему домику. Потом мы его наверх поднимем, пусть на диване спит. Вообще Алина ночью очень любит спать на нашей кровати. Да. Это ее самое любимое занятие. Алина, может, мы к тебе еще заглянем? Классно? Ну ладно, спи, спи. Будем спать. Алинин старый домик, который мы делали сами. С Кузей. Да, с Кузенькой нашим. Дверка здесь, крыша. Это Алинина мышка, которая она совсем не играется. Алинина новая мышка, которая на пультике ездит, но она ей тоже совсем не интересна. Я думаю, Алина на котятке будут играться, да. Пока Алина будет спать. Все, у нее такой шатер красивый. А утром шторки откроем. Да. На ночь закрываем, а утром открываем. Да. И киса рядом, чтобы Алине не было скучно. Да, вот скачалка будет. Да, надеюсь, скоро-скоро там уже будут котятки спать. 31. Что так много? Ладно, пусть Алина спит в своем новом доме, да. Привыкает, и мы пойдем спать. Пока-пока, подписываем на канал, и смотрите, что видео, где лайки, ночи, котятки будут писать. Пока. Пока.